Взгляды и мнения, выраженные в этом видео, принадлежат их авторам-редакторам. Это видео не является официальным заявлением проекта Венера. Venus Expressions Media. Ни одно общество не хочет, чтобы ты стал мудрым. Это против самой природы общества. Если люди будут мудры, то их будет невозможно эксплуатировать. Если они умны, их невозможно покорить. Их невозможно вынудить жить механической жизнью, подобно роботам. Они будут искать. Они будут искать свою индивидуальность. Они будут излучать чистоту, которая будет сподвигать других к восстанию. Они будут хотеть жить свободно. Свобода приходит с мудростью, и ни одно общество не хочет, чтобы ты был свободен. Коммунистическое общество, фашистское общество, капиталистическое, индуистское, мусульманство, христианское, любое общество. С того момента, как они начнут использовать свой интеллект, они становятся опасны. Опасны для государственных учреждений. Опасны для тех, у кого есть власть. Опасны для любой формы угнетения. Для любой формы эксплуатации. Подавление. Опасный для церквей. Опасный для государства. Опасный для наций. На самом деле, мудрец — это огонь, свет, пламя. Он не продаст свою жизнь. Он не станет им служить. Он лучше умрет, чем будет порабощен.